Друзья, у нас опять новинка. Внешний вид обманчив, но тем не менее это мульчер. Это мульчер в комплектации с бункером для сбора биомассы. Сейчас мы сделаем обзорную круговую экскурсию вокруг него, и я вам расскажу о нем несколько больше. Данный мульчер является по размерам двухметровым. То есть, в принципе, исходя из непосредственно особенностей скашиваемой биомассы, его можно применять на тракторах от 40 лошадей и выше. То есть, если это трава, 40 лошадей вам предостаточно. Если вы будете измельчать более сложную биомассу, такие как ветки, кустарник, конечно, надо иметь запас мощности в тракторе. Он двухметровый, как я сказал раньше, и обладает бункером. Бункер непростой, бункер с гидравлическим подъемом и переворотом. То есть обработали территорию, скосили биомассу, подъехали и прекрасно сгрузили все на прицеп. Оборудован гидравликой, вот рукава высокого давления. Здесь у нас за защитным кожухом размещен гидроцилиндр, который непосредственно переворачивает бункер. Опорные колеса, 4 ремня, редуктор с обгонной муфтой. Обязательно для всех мульчеров редуктор усиленный. Видите, все качество, оно упирается в мелочи. Каждая защелка, каждая цепочка, каждый шплинт сделан аккуратно, с любовью. Качество покраски, ну, я думаю, вы сами все прекрасно видите. Опорные колеса подпружиненные, как вы видите, они могут регулироваться. Салазки нерегулируемые, но зато у нас есть регулируемый каток. Вот он снизу расположен. И также рядом с ним карданный вал, который входит в комплектацию данного мульчера. Работа возможна в нескольких режимах. Сейчас мы обозначим некоторые из них. Первый режим — это при открытой нижней крышке. Здесь мы видим открывающиеся, отвинчивающиеся крышки с ручками. В таком случае вся скошенная биомасса будет автоматически рассеиваться по обрабатываемой поверхности, превращаясь в удобрение для будущих растений. Есть второй вариант. При закрытой нижней крышке у нас через малый коллектор, вот он, биомасса попадает в большой коллектор, с которого будет происходить непосредственно выгрузка. Вот таким образом сделана крышка, сепаратор. Она подпружиненная, оборудованная ручками. Конечно же, обращу внимание на быстросъемные муфты. Обратите внимание на качество сварных швов, качество покраски, качество крепежной фурнитуры, качество всех узлов и агрегатов. Данный мульчер поставляется компанией Агроформат в Россию, которая является официальным представителем Доберхмет. Всегда рады ответить на все ваши вопросы. Обращайтесь, либо черпайте информацию на agrofor.ru.